Пойдем к речке. А что нам можно тоже прыгнуть? До Дерговки. Тут при Петре Первом, ну, по приказу, там построена была мельница, там развалины древние. И пруд тут, он существовал до Великой Отечественной войны. И прикинь, этот пруд был 225 лет. Вот там был остров любви, беседка там была. Даже есть старинные фотографии. Здесь был Лиговский пруд. Ладно, пусть посидят немножко. Давайте немножко погуляем здесь. Почему? Пойдем тут к речке. Да, отпустим их, отпустим. А Дашка? Дай пусти. Вот, тут была дамба когда-то. Это речка Дудерговка. Ты все-таки наш нож просрал за 200 рублей. Но он был неплох. И вот тут дорога шла, вот эта вот старинная дорога, она шла от Петерговского шоссе до Пулковских высот. Они оба лежат. Да пусть лежат, пусть лежат. Тошка нам не лежит. Да, потом подойдем. Иди сюда. У тебя ботинки грязные, сейчас перепачкайся. Вот там, вот слышишь, фундамент старинный мельниц. Да пусть сидят, иди ко мне, потом вместе подойдем. Во время войны разбомбили мельниц. Также есть старинные фотографии на сайте, сайт истории Лигова. Или там музей истории Лигова, как-то так называется. Тут железяки были старинные, помнишь? Утащили их. Да, тут мельница была. Слушай, кирпичи вон старинные, обожженные. А вот они, железяки. Вон они кованые. Папа! Что? Тут какая-то желтая птица вылетела из гнезда. Ага. Смотри, тут репейник. А? Репейник. Ну-ка, что там? А, вот. Фундамент. На валунах.
Отойди оттуда, я хочу посмотреть на них. Надо внимание друг на друга. Тошка, правда, кофту снял, я не пытался. Ну, а Маргоша вокруг крутилась, она сейчас запуталась вообще. Капец. Антошка.